Объявление для граждан. Секунд, чтобы немного подключить. Меня слышно? Сейчас. Друзья, очень много жителей Приднестровья. Российской стороной. Мне генерал Приднестровья, господин чартеры для того, чтобы отработана вся процедура стресс-тесты. И в случае будет отрицательный, то по этому готовы и знать об этом. Разъяснил, что и граждане в самолетах будет организован Москвы. Друзья, естественно, апреля 1 мая улететь с Кишинева в Москву вам несколько звонков данной информации. Вечера, если я не ошибаюсь, вышло, но уже это все обговорить и дать только с 20 апреля по 1 мая информация больше за моими эфирами, если время еще на сайте Министерства иностранных дел все обстоятельства дела. Ну, добраться уже домой. Благодарю за то, что вы смотрите на ваши СМС-сообщения. Смотрели эфиры.